Герои, кто они? Где они живут? Как они живут? Все мы знаем героев Великой Отечественной войны. Они совершали действительно героические подвиги за мирное небо, в котором мы сейчас живем. Но, к сожалению, все чаще современная молодежь гонится за другими кумирами. Это деятели шоу-бизнеса, звезды, блогеры и прочее. И чтобы развеять эти неправильные идеалы, наша Кандинская детская библиотека филиал 21 предлагает вам всем принять участие в акции «Мой герой». Вы рассказываете краткую историю своего героя. Это может быть ваш сосед, дедушка, брат, отец или даже знакомый. Рассказ об участниках не только Великой Отечественной войны, но и Афгана, Чечни, Сирии и, конечно же, СВО. На сегодняшний день три моих дяди участвуют в специальной военной операции на Украине. И они все для меня герои. Но я хочу вам рассказать о герое, который живет рядом со мной, который принимает участие в моей жизни каждый день. Это мой дедушка, Чилимов Евгений Георгиевич. Он является ветераном боевых действий, принимал участие при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике в 2000 и 2001 году. Это была вторая чеченская кампания. Уехав в командировку от милиции со своими сослуживцами, Кузнецовым Михаилом и Глуховым Александром, был там пулеметчиком в сводной отряде милиции, ходил в разведку, а также патрулировал в населенных пунктах, охраняя покой и интересы мирных граждан, или как по-другому их назвали, законниками. Также участвовал в операции по поимке террористов и уничтожению их подпольных банд. Мой дедушка вернулся домой в 2001 году, после ушел на пенсию, и очень редко вспоминает о тех временах. Он говорит, что бы ни случилось, главное оставаться человеком и не потерять свою человечность. Родину надо любить безоговорочно, потому что она дана тебе свыше. Я желаю своему дедушке крепкого здоровья и долгих лет жизни, а остальным приглядеться по сторонам, подумать о своих идеалах. Может, действительно, вместо кумира-блогера лучше равняться на соседа Ивана, который рос в обычной семье и пошел защищать свою родину и свой народ.